любителям спорту. Сьогодні наш тренер Лариса Форченко зі своєю спортивною командою покаже вам правила, за допомогою яких у вас буде не тільки гарний настрій, а й бездоганна фігура. Добрый день, добрый день. Сегодня мы проведем занятие по йога-фит или фитнес-йога. На самом деле все из йоги, все упражнения, которые используются в пилатес, фитнес и всех остальных, берут свое начало из занятий йогой. И сегодня мы будем, используя йога-гамак, выполнять упражнения из йоги в ритме фитнес-тренировки. Стоя прямо, правую ногу выводим вправо. Руки поднимаем вверх и выводим в стороны, удерживая лопатки вдоль спины. Хорошо. Замечательно. Чуть-чуть подзадорим, складываем ладошки над головой, обхватываем локти и выдох, ножка вперед, вдох в сторону, выдох, вдох. Синхронно с вашим дыханием, четко ощущая давление веса тела, выдох, вдох, выдох. Ощущаем давление веса тела на стопу и разворот бедра в тазобедренном суставе. Ритм. Девочки, здесь очень важно, удерживая внимание на потоке дыхания, выдерживать ритм движения. Все занимались фитнесом, да? Есть такой счет. Раз, два, три. Хорошо, четыре. Да, те, кто давно практикуют йогу, непривычно, да, немножко? И тем не менее, это очень хорошо настраивает, соединяет внешнее и внутреннее, и очень хорошо работает для сердечно-сосудистой системы. Теперь правая нога, опускается коленка. То есть мы ее выводим, да, опускается коленка. На вдохе поднимаем руки вверх и достаем гамачок двумя руками на уровне швов. И отдыхаем. Вытягивая стопу от таза, лопатками подталкивая, хороший внутренний прогиб. Угу. Аккуратненько, аккуратненько. Все получается замечательно. Начинаем стопой правой ноги вытягивать гамачок от спины, поднимаем макушку. Замечательно. И теперь перешагиваем правой ногой через гамак, так чтобы гамачок остался между бедрами. И для того, чтобы поменять сторону, нам нужно просто снова на одной ноге развернуться, а вторую положить в гамачок. Если у нас на весу была правая нога, теперь будет левая. Левая стопа в гамаке. Хорошо. Но мы повторим всю ту же связочку. Обратите внимание на положение стопы опорной ноги под тазом. Пяточка развернута наружу. Наружу. Так, чтобы колено было развернуто вперед. Стоим на полной стопе. Хорошо. И начинаем с конца. Угу. Хорошо. В сторону. Раз. Выдох. Хорошо. Хорошо. Разворот бедра. Ритм дыхания. Великолепно. Великолепно. Еще один. Замечательно. И теперь разворачиваем, согнув ногу в коленке. Да, разворачиваем, выводим стопу назад. Да, хорошо. И здесь можно уже немножечко полетать, достать короткие ручки, подтянуть весь корпус
вес корпуса на руки и шагнуть стопой опорной ноги чуть-чуть вперед под крепление. Подкреплениями. Если вы не подкреплениями, то нужно шагнуть вперед. Теперь достаем. Достаем. Подняв руки вверх, гамак за спиной. Опускаем кисти рук до швов. Вытягиваем рюкзачок. Развернув таз на бедре. Разворачиваемся. Разворачиваемся. Оттягиваем хорошо стопу от таза. Внутренний прогиб. Лопатки, ребра выталкивают вперед. Очень хорошо. Замечательно. Все замечательно. Прекрасно. Потянули стопу к полу. Поднимаем. Выпрямляем ножку в сторону и выводим ее вперед. Сначала в стороны, прямая ножка на весу. Снимаются напряжения. И выводим ножку вперед. Снова достаем короткие ручки. Хорошо. Теперь ноги прямые, не сгибая ножки в коленках. Выдох. Таз вперед и вниз. Вдох. Руками поднимаем макушку вверх, выстраиваемся вертикально. Бедра, оба бедра разворачиваются, как будто бы садитесь в шпагат на руках. Выдох. Опустили таз. Хорошо. Вдох. Потянулись на руках. Хорошо. Еще раз выдох. Хорошо. Мы с вами делали то же самое, стоя прямо. Мы еще повторим эту связочку. Но сейчас мы немножечко ее, совместим полезное с приятным. Минимум 5 циклов. Выдох. Глубоко уходим. Вдох. Подтянулись. Руками. Руками. Почувствуйте и трицепс, и мышцы верхней части туловища. Выдох. Вдох. Вверх. Еще раз выдох, вверх, и опустив, согнув опорную ногу в коленке, до прямых рук опускаем таз, и вторую стопу опускаем в гамак, вот так, уголочек, из уголочка на весу идем в планочку, теперь другая планочка, выпрямляем ноги, подтягиваем таз. Грудную клетку выкладываем, прямое тело, подбородок к груди. Держим планочку. Выше таз. Выше таз. Ирочка, забыли? Да. Да, вот. Все. Держим, хорошо. Опускаем таз. И теперь правую ножку опускаем в пол. Хорошо. 5 циклов. Выдох. Таз вперед. Руками поднимаем. На вдохе. Хорошо. Выдох. Не торопитесь и в то же время выдерживайте четко ритм. Выдох. Еще два. Хорошо. Один. Хорошо. Уголок. То есть опустились на опорные ножки, вторую добавили. Можно сделать глубокий выдох так, чтобы полностью высвободить поясничку. И теперь планочка и прогиб. Лопатки толкаем к тазу, открываем горло. Лопатки вдоль спины, глубже к тазу по спинке. Да, хорошо, хорошо. Опускаем теперь таз. И снова меняем ножку. У нас наша правая нога будет на полу, левая, правая на полу, левая в гамаке. Хорошо. Заканчиваем, заканчиваем, отпускаем руки. Можно, можно так. Разворачиваем бедро назад. Так. И теперь муштимудра. Выдох. Да, выдох. Вдох, поднимаемся. Выдох, да, вдох, толкаем, хорошо, не торопитесь,
центр тяжести внутри. Выдох. Надавили на поршень. Вдох. Хорошо. Вдохнули как будто бы из земли в стопу. Хорошо. Еще один раз. Замечательно. Давайте отпустим ручки немножко. Сбросим все напряжения. Расслабим. Пальчиками перебираем воображаемые ниточки. Еще одно упражнение для плечевого пояса и внутреннего мышечного корсета, спины, пресса. Руки за гамаком. Так, да, вот, беремся изнутри, изнутри ладошками, локти пошли наружу, перебрасываем гамачок так, чтобы запястье оказалось в обхвате. И сужаем между собой руки до ширины плеч. Теперь делаем маленький шаг вперед. Согнув ноги в коленях, снова до прямого угла, ложимся на прямые руки, смотрим на грудь. Прямой угол. Машенька, вот здесь, так как мы сидели, да, вот. И включаем прямой угол. Ноги согнутые в коленях, да, вот, хорошо. Грудная клетка лежит на лопатках. Выдох, посмотрели в рамку, подтянув голову. Хорошо, вдох. Возвращаемся на прямые руки. Причем мы не только руками поднимаем корпус, но и мышцами живота, практически всем мышцами всего корпуса. Хорошо. 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 Замечательно. И теперь, подтянув, опускаем коленки в пол. Соединив пальчики, садимся на пяточки и, толкнув руки вперед, голова провисает, расслабляемся. Голова, шея расслаблена, провисаем, расслабляемся. Замечательно. Поднимаем, да, поднимаем голову, приподняв таз, подушечки стоп, опускаем в пол и, да, на полной стопе поднимаемся. Тож ці вправи дійсно загартовують і без сумніву підвищують настрій. По нашим учасникам, по нашей команде видно, что усталость бывает приятной, а мышечная усталость бывает еще и радостной.